Австрийская Штрабак – это строительная компания, базирующаяся в Вене. Штрабак является одной из крупнейших строительных компаний в Европе, чья сфера деятельности охватывает все области, касающиеся строительства. Мы начали использовать дроны для исследования объектов в 2015-м, и сбор 3D-данных значительно увеличил эффективность работы с внутренними и внешними заказчиками. Такие инструменты ускоряют наш рабочий процесс и упрощают многие этапы работы. Определение наземной контрольной точки всегда было долгим и сложным процессом. В прошлом на квадратный километр требовалось от 20 до 40 таких контрольных точек, что занимало целые часы работы. Теперь с помощью аппарата Phantom 4 RTK вы можете сократить количество контрольных точек от 5 до 3, а при определенных обстоятельствах и до 0. Для нас Phantom 4 RTK — это следующий шаг в упрощении технологии строительства. Он маленький и удобный, и поэтому может быть незаменим инструментом для всех бригад компании Штрабак. Для использования преимуществ комплексной системы мы работаем в режиме RTK и сетевых службах RTK. Для получения более стабильных результатов, особенно в районах с плохим сигналом мобильной сети, мы подключаем мобильную станцию DRTK-2. Мощный аккумулятор обеспечивает до 30 минут полета, позволяя произвести разметку большой площади за один рейс. Phantom 4 RTK поставляется со встроенным в пульт управления приложением для планировки полетов, включающим в себя все нужные для измерения параметры. Планируйте быстрее и эффективнее. Все это помогает нам собрать все данные вместе и упрощает процесс, делая результаты точнее. Если область разметки слишком велика и измерение невозможно выполнить за один рейс, Phantom 4 RTK автоматически возвращается в ту же точку и продолжает свою миссию после замены батареи. Погрешность горизонтальных измерений даже без установленных контрольных точек составляет всего около 3 сантиметров. Это основа для получения хороших результатов в объемных расчетах, моделировании ландшафта и ускорения прогресса. Phantom 4 RTK доступен в двух вариантах — RTK и PPK. После полета данные тут же загружаются на облачный сервис для дальнейшей работы геодезистов в выбранном ими приложении. Дрон создает комплексные геодезические данные, что является передовым способом в 3D-моделировании и вычислениях. Благодаря последовательному сбору данных Phantom 4 RTK, инженеры могут построить для проекта любую требуемую 3D-модель. В свою очередь, 3D-модели, загруженные на сайт, доступны для инженеров. Дроны становятся очень эффективным инструментом в стройиндустрии. Уверен, что в дальнейшем они будут применяться повсеместно в различных строительных проектах. Как лидер инноваций, мы желаем принимать участие в самых масштабных комплексных проектах высочайшего качества и завершать их в срок. Phantom 4 RTK играет важную роль во многих аспектах. Мы с нетерпением ждем грандиозных проектов, совершенных вместе с Phantom 4 RTK.